Говорят, любовь живет 3 года. Мне кажется, это говорят те, кто никогда по-настоящему не любил. Те, кто никогда не лежал ночью на полу посреди комнаты и не выл от боли, потому что остался один. И эта боль гораздо страшнее физической, потому что утром она не пройдет. Она станет еще сильнее. Но лучше умереть от любви, чем жить, так и не узнав, ради чего ты просыпаешься по утрам. Помните тот момент, когда ты уже признался кому-то в любви, но еще не получил ответа? Ты будто бы даешь кому-то в руки оружие, способное убить тебя. И надо бы бежать, но ты подходишь еще ближе. Так близко, чтобы этот выстрел не ранил тебя, а убил на месте. Потому что без этой любви жизнь тебе не нужна.